Девочки, всем привет! И сейчас я вам хочу показать свои сногсшибательные новинки из магазина Fix Price. И давайте мы с вами начнем именно вот с этих вот прям крутых-крутых новиночек. Я нашла сегодня вот такие органайзеры благодаря Лене. Она мне подсказала, она их первая обнаружила. Вот так они выглядят. Это для косметики, аксессуаров. Стоит, вы видите, сколько. И я их увидела, они смотрели как-то на кассу. Смотрите, какая красота, девочки. Я почему-то думала по видео Лены, что они меньше. Но когда увидела их живьем, ну просто вот не смогла я от них оторваться. Купила сразу два, ну потому что у меня на комодике я решила, что я найду себе место. И всегда есть косметика, которая под рукой, которую хочется, допустим, там как-то использовать чаще. И удобно крутанул, повернул, все достал. Ну, просто прелесть. Девочки, смотрите, здесь шарики внутри. Когда поворачиваешь, как будто они, как кажется, что они как будто катаются. Ну, прелестно, прелестно. Очень понравились две вот эти новиночки. Смотрите, емкие какие, девчонки. Прям вот класс. Всем советую. И теперь давайте я вам еще покажу то, что я сегодня приобрела. Вот первый раз увидела в нашем Fix Price вот такую штуку. Это коньки роликовые на обувь. Ну, я видела вот нечто подобное у детей на кроссовках, когда они как-то катались, но это встроенная была. А вот так, чтобы одевалась, я не видела. Максимально 60 килограмм выдерживает, ширина вот такая, вот смотрите, надевается прямо на обувь. Не нашла я здесь, с какого возраста рекомендуется. Давайте я вам покажу, что здесь написано. Я решила, что дома мы будем тренироваться. И если дома будет все хорошо у нас выходить, то можно будет пробовать уже и на улицу использовать вот такие вот коньки. Давайте здесь еще посмотрим, что... Так, при катании не ставьте одну ногу рядом с другой. Ноги всегда должны стоять друг за другом на небольшом расстоянии. А, видите, вот как показано. Ребенок у меня, конечно, маленький, ей только 4. Ну, будем пробовать. Давайте мы его, вот эти, вернее, коньки, мы их откроем с вами и посмотрим. Посмотрим, что внутри коробочки находится. Красного цвета. Я, кстати, не знала, что беру. Вот так это выглядит. Пластик и прорезиненное вот это вот такое вот резиновое колесо. Здесь вот, штука, которая будет вот так одеваться, закрываться. Вот, девочки, как выглядит. В меру тяжелые, ну, скажем так, не сильно тяжелые. Здесь что-то вот на шурупах. Мне кажется, ну да, чтобы не открывалось, вот это не расстегивалось, ее можно регулировать, видите, за счет вот этих вот штук. То есть длину себе, какая нога там, у кого это все регулировать. И вот мне интересно, регулируется ли здесь вот эта ширина, да, может быть, кого-то нога широкая, не пролезть. Можно ли расставлять? Наверное, можно, да, потому что, судя по тому, что здесь две гайки, можно, наверное, расставить будет. Но я точно не уверена. Это надо будет сейчас мужу показать, как это делается. Но у ребенка нога маленькая. Она сюда в любом случае влезть должна. Вот так вот, девчонки, выглядят коньки эти роликовые. Если что-то у нас будет получаться или как-то, ну, выглядеть это будет прилично, мы заснимем, вам покажем тогда, как у дочки будет получаться. Стоит брать или не стоит, я вам обязательно после расскажу. Также дочка себе купила вот такой вот пазл. Кстати, вот сегодня как-то много новиночек у меня получилось в этот мой заход. Я прям довольна. Вот она ж полюбила в последнее время пазлы собирать. Такой пазл стоит 55 рублей. И были еще разные. Буратино, еще какой-то мультик. Ну, дочка захотела красную шапочку. 55 рублей. Пускай сидит, собирает. Я ей сказала, сейчас мама все покажет видео, и ты будешь играть. Дам ей коньки и пазл вот этот вот. Давайте вот так положим. Так, что я себе еще из новенького, девочки, взяла? Как-то, может быть, я не обращала внимания. Может, у кого-то это уже в магазинах было. А я просто сегодня только увидела. Или их на видное место переложили. Это вот такие рыбки. Блюдо. Вот такое, 149 рублей стоит.
Оно, знаете, мне для чего захотелось купить. Ну, вот бывает, что столы накрываешь, как-то рыбную нарезку класть. У меня есть блюда такие вот овальные, конечно же. Но вот это прям в виде рыбки, мне что-то захотелось. И давайте я вам покажу, что здесь написано. Это вот Kitchen, блюдо 30 сантиметров. И почему еще захотелось купить все сразу? Потому что там были еще, девочки, вот такие штучки. Это соусник маленький. Соусница 10 сантиметров. Соусник стоил 27,50. Да, 27,50. И вот такое еще среднее, среднего размера. Это тарелка глубокая, 16 сантиметров. Тарелка у нас стоила 50 рублей. 50 рублей, девочки, тарелка вот такая стоит. Ну, совсем недорого, да. Смотрите, 27, 50, 50 рублей. И самая дорогая большая рыбка. Все вместе, если там на стол ставить. Но это очень оригинально, мне кажется, выглядит, да, такая троечка. Очень оригинально смотрится. Давайте я как-то поверну, может быть, приподниму, чтобы вы, мои новиночки вы все видели одновременно. Так, девочки, вот за 50 рублей моя дочка взяла яичко вот такое. Я его открывать не буду, лол, потому что дочка любит сама заниматься вскрытием. Но я считаю, ну вот ерунда. Вот смотрите, да, за 50 рублей купить вот такую тарелку, которую можно пользоваться спокойно, да, употреблять ее годами в быту. И вот 50 рублей, вот это ерунда, на мой взгляд. Но это еще хорошо, 50 рублей. Перекресток умудряется такие вещи за 145 продавать, например. Но это уже вообще прям, не знаю, побойтесь бога это называется, когда вот за 150 рублей такие вещи продают. И для себя я еще купила за 27,50 вот такую «Хозяин-батюшка», называется это «Отобрение гумусное, органическое». Я купила подсыпать в мои цветочки, чуть-чуть сверху мне не хватает, как будто земля, знаете, уселась или цветы растут. Ну, в общем, такое впечатление, что не хватает как будто мне земли. И вот этот пакетик, мне надо-то немного, смотрите, уже с удобрением, да, я так понимаю, и живое земледелие. Решила я за 27 рублей купить, потому что все магазины закрыты, все цветочные закрыты, и кроме фикс-прайса, ну, не купишь вот такого рода товары нигде больше. Видите, повышает плодородие. Может быть, это, конечно, не подходит для цветков, девочки. Я такой прям профан в этом деле. Но я думаю, сильно я хуже не сделаю. В общем, вот такая вот штука продается тоже в фикс-прайсе. И сейчас мы с вами посмотрим напоследочек более такие неинтересные покупки. Уже, наверное, это не новинки. Это я взяла ребеночку. Йогурты вот такие вот, 7,5 клубника. Они стоят 12,50. Я считаю, что ну прям вот очень хороший ценник. Я взяла вот две вот таких и 4. Ананас и клубника. Вот. Очень бюджетно, потому что, смотрите, девочки, вот 6 штук, они вышли у меня на 75 рублей. А вот мы брали недавно растишка, 6 штук, 79,90. То есть, а там маленькие такие стаканчики, даже меньше, чем вот эти. И, ну, ребенку как бы одного мало, она же уже у меня не совсем прям маленькая. И получается, ну, невыгодно. А вот этот Эрман, это, насколько я знаю, немецкий йогурт. Раньше были, да, сейчас, наверное, в России уже делают, судя по коду 46. Это, видимо, перешло все в российское производство. Вот, кто любит, не знаю, там составы смотреть, кто прям разбирается, девочки, вот вам информация. Пишите, вы покупаете себе вот такие йогурты или считаете, что это очень вредно и нельзя покупать в фикс-прайсе такие вещи? Ну, вроде бы Эрман это знаменитый бренд. И, насколько я знаю, вот раньше, когда только появились у нас йогурты, это было давно, Эрман бренд очень был знаменитый. Мы все покупали его. Может быть, сейчас он испортился, не знаю даже, девочки. И вот такие вот Лоренц бренд. 11 рублей стоит крекеры с солью. Я решила взять такую вот пачечку. Она небольшая, но много и не надо. Они стояли у нас недалеко от кассы, где продукты. И я решила соблазниться вот такой пачечкой с соленым печеньем.
Вот такое. И последнее, что я вам сегодня покажу, это будет сок. Вот такой я взяла яблочный дочке. Прямой отжим сады Придонии. Она любит у меня только яблочный сок. Больше никакие не воспринимает. И я ей покупаю. Ей хватает этой упаковки очень надолго. Ну, потому что я больше стаканчиков в день не даю. Я понимаю, это тоже не самое полезное, что есть на свете. Но ребенок не пьет чай, не пьет кофе. Какао тоже не любит. И кроме воды, получается, и сока у нее ничего нет. Вот поэтому мы пьем иногда сок, покупаем. Вот такие, девочки, у меня покупочки. Девочки, еще я вам хочу показать одну вещь, которая не из Фикспрайса, а из Пятерочки я купила. Тоже мне Леночка сказала, сейчас вот в Пятерках вот такие семечки, кто любит с солью, они очень вкусные, 200 грамм, они идут по акции 69,90, и я вот себе сегодня тоже купила. Буду расслабляться, релаксировать вот с такими семечками. То есть на них сейчас идет сниженная цена. Все, девочки, на этом я с вами прощаюсь. Все показала, все рассказала. Давайте я вам покажу на прощание ценник, чтобы прям вы запомнили, что сколько стоит. И все, девочки, благодарю вас за внимание. Вам всего хорошего, не грустите, не болейте, будьте счастливы. И до скорых встреч, пока-пока!